кого называли композитор по воскресеньям. Был другом Менделеева, создал женские врачебные курсы, не только первые в России, но и в Европе. Создал более 40 научных работ по химии, его работа над этой оперой велась почти 20 лет. Кто это и какая опера стала мировым наследием, расскажу чуть позже. Здравствуйте! Вы слушаете прогноз погоды на пятницу, 24 марта, в студии Дмитрий Барташкин. В ближайшие сутки по республике облачно, с прояснениями. Ветер южный, порывами до 7 метров в секунду. По северным районам солнечно. Ветер юго-восточный 2,1 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 17, минус 13. Днем температура воздуха минус 15, минус 11 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. На юге малооблачно. Ветер южный 4,3 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 19, минус 14. Днем температура воздуха минус 8, минус 2 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. В Улан-Удэ ясно. Ветер южный 4,3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 17, минус 11 градусов. Днем минус 7, минус 1 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. Это был прогноз погоды на пятницу, 24 марта. Бородин Александр Порфирьевич является одним из замечательных представителей русской культуры второй половины XIX века. Гениальный композитор, выдающийся ученый-химик, активный общественный деятель, педагог, дирижер, музыкальный критик. Однако в историю мировой культуры Бородин вошел прежде всего как композитор, подаривший миру оперу «Князь Игорь». 19 апреля в 16:30 в Бурятском театре оперы и балета «Князь Игорь». Ждем вас, дорогие друзья!